Управление образования, отключите микрофон, пожалуйста, свой. Я не вижу Зиньковского и Хмарного не вижу. Зиньковского вижу, Хмарного не вижу. Юрий Николаевич, я вас не вижу на коммунальщике. А никто не говорил, там работает? Как никто не говорил? Вам диспетчерская служба докладывала. Это вопрос, наверное, к Зиньковскому. Нет, никто не говорит. Я только зашел, но я чисто с ним подожду. Сейчас 2 минуты включаю, извини. Да, давай. Сейчас сделаю. Да. Добрый день, все меня слышно? Сейчас, пока Юрий Николаевич, говорит, чистил снег, подключается. Давайте начнем. Давно я с вами не встречался, так как нахожусь на больничном. Лежал в больнице, но сейчас все нормально. Вы, наверное, все наблюдали вчера заседание комиссии по охране здоровья республиканской. И что касается, конечно, меня сильно возмутило то решение, и как бы мы обсуждали с Ренатом Георгиевичем, он сегодня связался с исполняющим обязанности премьер-министра, обговорил с ним ситуацию, высказал, какие, на наш взгляд, неправильные пункты были приняты, на что исполняющий обязанности премьер-министра сказал, что соберутся дополнительно в четверг, и рассмотрят все замечания, которые были озвучены примаром Ренатом Усатым в телефонном разговоре. Конечно, я полностью поддерживаю то, что сказал Ренат Георгиевич, так как сегодня утром, объезжая город, на наших остановках, и господин Зиньковский это знает, господин Авраменко знает, на наших остановках в час пик находятся сотни людей. Особенно в 7 часов 30 минут сегодня с автовокзала отправлялись на разные направления нашего города. Больше, наверное, 100 человек я насчитал, которые рассаживались в транспорт. То есть это маршрутные такси, это автобусы, это наши троллейбусы. И то ограничение, которое сегодня вводит комиссия по охране здоровья, о том, что мы должны еще на 10% меньше брать пассажиров, когда впереди у нас сегодня минус 6, а завтра передают больше минус 10, то как наши пассажиры будут стоять на остановках, как наши дети будут добираться в школы, в университеты, в профтехучилища, и люди будут добираться просто на работу. Потому что вот сегодня очень много работников налоговой инспекции ехало на троллейбусе, то есть на общественном транспорте ехало к месту своей службы. И что мы будем говорить? Стойте, не заходите в троллейбус, потому что у нас ограничение 50%. Ну то есть вы понимаете, о чем я говорю. Я считаю, что это неправильное решение, что они должны его пересматривать и принять решения, те, которые действуют во благо людей, а не так, как у нас сегодня все работает, а транспорт мы должны, то есть перевозку пассажиров в транспорте мы должны уменьшить, а то еще, которая была. И особенно возьмите сегодня 8-й квартал, когда с 8-го квартала выдвигаются сегодня люди к месту службы, к месту работы и к месту учебы. Что мы вывозим на БАМ столько учеников, и сейчас как мы остановим, скажем, стоп, заходить нельзя, при минус 10 стойте, или в поликлинике идут, или в больнице, стойте на остановках и ждите следующий транспорт. Ну, полностью не согласен с этим, и как бы Ренат Усатый озвучил сегодня и в своем лайве в 13 часов, то есть пресс-конференции, когда он давал журналистам, и в телефонном разговоре с исполняющим обязанности премьер-министра, я думаю, что решение будет пересмотрено и будут приняты правильные
правильные выводы, что касается транспорта, что касается работы рынков в муниципии, и также само посещение в торговых центрах, там сказано 4 квадратных метра на одного человека, свободной площади. Ну, у меня такое ощущение, что когда принимаются какие-то решения, но особенно сегодня по транспорту, вот когда я его вчера прочитал, у меня такое ощущение, что члены этой комиссии не бывают в общественном транспорте, не ездят в троллейбусах, особенно в час пик. Потому что если бы члены данной комиссии в час пик ездили бы в общественном транспорте, то такое бредовое решение, я думаю, они бы, наверное, не принимали. Но это мое личное, наверное, замечание, такое я себе сделал вывод из того, что делают такое ограничение, что касается перевозки пассажиров. Так, здравоохранение присутствует у нас, да. Доложите, пожалуйста, обстановку. Зированы 48 человек. Из них легкая форма ГОИ, средняя форма заболеваемости 56, и в тяжелой форме находится 90 человек. В детском отделении больницы также госпитализированы 14 детей, из них бельских трое школьного возраста. Контактные лица на сегодняшний день имеем 328 человек, с подозрением 9, на автоизоляции 132. Общее количество инфицированных лиц с начала пандемии составляет 6042 человека. Из этой цифры с начала года у нас были зафиксированы новые случаи 634, это за январь и до 15 февраля. Вылечились от COVID-19 5411 человек. То есть на сегодняшний день активные случаи имеем 631. Умершие с начала пандемии 200 человек, за январь-февраль новых 20 случаев зафиксированы новые. То, что касается мобильных групп, можно я скажу, да? У нас работали 98 мобильных групп за этот период, за январь-февраль. Были проверены 2021 объектов. Нарушения были обнаружены у 196 экономических агентов. Замечания были сделаны 102. Штрафы поставили 94 человек. Он не может пробиться. Подскажите, пожалуйста, что касается мобильных групп. Люди работают, это получается мобильная группа, люди работают сверхурочное время, выходные дни. Я правильно вас понимаю? Сверхурочное. И выходные дни. Но и выходные. Да, в субботу и воскресенье выходят так же самое мобильные группы. Да. Польза от этих мобильных групп есть, правильно, большая. Да. Они сегодня, потому что у нас получилось, что больше выходит работников при Марии, так как у нас отказались участвовать медики, ссылаясь на то, что у них есть свои служебные обязанности, у них нет времени. И получается, что на наших людей, то есть работников мэрии, легла больше нагрузка и на сотрудников полиции, естественно, чем было год назад. Правильно я говорю? Но это, естественно, каждый труд должен оплачиваться. То есть, если человек работает в сверхурочное время, это то есть после работы, выходные дни, это все должно быть оплачено согласно Трудового кодекса Республики Молдова. Просто один из советников выражает глубокое сомнение о том, что работники полиции, работники мэрии выходят в составе рабочих групп. И поэтому обязательно я попросил вас и попросил юруправление ежедневный отчет по мобильным группам, чтобы был у меня на столе. Это первое. Второе. Значит, поменяйте, пожалуйста, формулу. Делайте, пожалуйста, отчет за каждые сутки. Вот вы сказали выздоровевших 5000 человек.
5000 человек это выздоровевших с начала эпидемии, правильно? С 2020 года вы получается так даете отчет, да? Плюс и даете плюс в общем, правильно? Дайте сегодня, пожалуйста, отдельно. Значит, заболевших за сутки, выздоровевших за сутки, ну, за этот период, и умерших за сутки. Понятно таблица? То есть общее это хорошо, но раздробить. У вас есть пофамильно широкое, но мне нужно будет в цифрах. Мне не надо фамилии, мне надо будет в цифрах. За сутки заболели 10 человек, за выздоровело 25, умер ни одного. Понятно? Друзья, Николай Николаевич, мы давайте каждый день только после 12, когда мы получаем новые данные, не с утра. Хорошо, да, хорошо, после 12, пожалуйста, давайте новый отчет. Хорошо. Спасибо вам. Лариса Ивановна, пожалуйста. Начните, пожалуйста, свой доклад с улицы Конева, так как выезжали в 11 утра вы туда в составе рабочей группы. Я бы хотел бы вот сказать, что экономический агент закончил вот, вот такие красивые остановки, они сегодня застеклили. Вот вид сбоку. То есть это хорошее стекло. Вот вид изнутри остановки. Хорошее матовое стекло. Вот такие лавки будут использоваться внутри остановки. И остановка сделана из нержавейки, чтобы вы понимали, хорошего качества. Нам останется только там сделать еще площадку подровнять, но когда будут погодные условия, там, потому что мы вдалбливались, получается, в грунт и плитку демонтировали. Там надо будет это все, Лариса Ивановна, восстановить под ваш контроль, пожалуйста. Но остановка получилась, вот меня посылает вот такое видео. Вот они только закончили. Поэтому возьмите на контроль площадку саму, чтобы плитка была восстановлена. Остановки, я думаю, красивые, практичные. Будем надеяться, что крыша не пропадет на этой остановке, что она будет... И стекло не унесут. Пожалуйста, Лариса Ивановна. Добрый день все. Сегодня была назначена встреча по вопросу проведения рабочей комиссии по приемке в эксплуатацию объекта капитального ремонта улицы Конева на участке от Александра Челбун до улицы Лесечка. Значит, комиссия будет работать согласно постановлению правительства в течение 2 недель. Начало работы с сегодняшнего числа с 11 часов. Были все приглашены представители, были представители агентства по техническому надзору, проектный институт, подрядчики, мы, представители премьерии, вы были, объезжали, представители полиции, в общем, все заинтересованные лица и представители эксплуатирующей организации ДРСУ, которая в последующем будет эксплуатировать эту дорогу. Значит, действительно, там есть еще незавершенные работы. Предстоит при наступлении погодных условий делать разметку на проезжей части. На двух улицах делать два съезда и повысить проезжую часть на пешеходных переходах на 5 сантиметров, 5 сантиметров повысить. И затем мы будем проводить комиссию по сдаче объекта окончательному в эксплуатацию. Как таковых замечаний нет по ровности дороги, по широковатости, но нам сегодня немного снег помешал. Будем надеяться, что до конца работы комиссии этих истечения 2 недель все проверят, те, кто должны эту дорогу, и мы подпишем акт рабочей комиссии. Затем будут приглашены специалисты агентства по техническому надзору для проведения контрольного обмера данного объекта.
на предмет установления правильности выполненных объемов работ и стоимости, и стоимости этих работ. Я понял, по улице Конева, значит, когда будут погодные условия, обязательно выезжаем опять на улицу Конева, проверить качество укладки плитки, качество всех замечаний, выполнение всех замечаний, которые сегодня были обнаружены и в ходе эксплуатации сегодня улицы Конева, ну, я имею в виду эти съезды, разметки, пешеходные переходы, дорожные знаки, все те недочеты, которые есть, должны быть сегодня, должны быть к следующему разу устранены, чтобы мы могли выехать на место уже и все это посмотреть. Особенно, мне что нужно, это плитка. Посмотреть качество плитки. Лариса Ивановна, скажите, вот получается, что улицу Дечебал Вячеслав Иванович выполнял ноун-кост. Они нам дали гарантийные обязательства на какой период времени? Один год. Вячеслав Иванович, вы выйдете на место, наверное. Это улица Дечебал, район магазина Салоника. Выйдете на место, зафиксируйте фото-видео документом об этой вот проблеме, и что когда наступят погодные условия, чтобы они обязательно это устранили. Я понял, Николай. Вы помните, что мы с ними объезжали поздней осенью, начало зима, мы объезжали уже улицы Дечебал, где они нам торжественно обещали, что дорога выдержит и она будет эксплуатироваться нормально. Из-за чего это получилось, я не понимаю. Это место меня меньше беспокоит, чем тот факт, что мы осыпаем дорогу мелким песком, а абразивно начинал сегодня весь круг. Он не взялся из песка, он взялся откуда-то с другой стороны. И очень беспокоен, чтобы это не был образец поверхности. Вячеслав Иванович, мы это все с вами, мы это все с вами сможем убедиться, поэтому я спросил, сколько гарантийный срок данного дорожного покрытия. Мы сможем только с вами убедиться, то когда наступит теплое время года, о том, что мы могли бы посмотреть, в каком состоянии, и даже сделать экспертизу асфальтного покрытия. Об этой проблеме мы с вами говорили всю, наверное, осень, когда работали они. Начало зимы мы с ними выезжали, смотрели. Меня также интересуют съезды на второстепенные участки дороги. В каком они будут состоянии. Понимаете, то, что улица Дечебал свеже сделана, то здесь надо особое внимание. Так как после сегодняшних погодных условий нам предстоит с вами очень много работы. То, что дождь, заморозки, снег, о том, что каждая яма после дождя и того, что ударили морозы, начала у нас расти сразу в сантиметрах. Не там было 10 сантиметров, к утру уже 15-20 выбоина. Особенно улицу Николаева посмотрите. Посмотрите сегодня Киевскую, что происходит. Юрий Николаевич, я просил вас подготовить для того холодный асфальт, для того, чтобы делать пломбы. Вы подготовили? Я точно предупредил. Значит, 25 минут, завтра дня начинаем именно Николаева, то, что вы сейчас говорите. Почему Николаев? Потому что каждый год надо испытывать по-новому. И Юрий Николаевич, улица Николаева, улица Киевская, перекресток 1 мая Киевская, там, где идут троллейбусы, там у нас проблема, центральная остановка. Проблема по Штефан-Челмари напротив центральной остановки, банк этот построившийся новый. Там у нас сегодня проблема, где пешеходный переход. Обратите внимание, пускай кто-то, Олег или кто с вашими специалистами проедет и определит места, где сегодня надо. Посмотрите, пожалуйста, сегодня, что происходит перед налоговой инспекцией. Обязательно посмотрите.
хорошо. Лариса Ивановна, значит, по нашим объектам вы держите на контроле то, что я сказал. И не забывайте, пожалуйста, за те проекты, которые мы обговаривали. Это ремонт. На этой сессии будут выделяться деньги на ремонт 7-й школы. Это получается спортзала, школа номер 1, спортзал ручного мяча, спортзал гандбола. Там на этой сессии будут 23 числа выделяться деньги на остекление данного спортзала. Поэтому, пожалуйста, под контроль эту ситуацию возьмите. Хорошо, спасибо. Термогаз, пожалуйста. Добрый день всем. По термогазу могу сказать, что радует. Сегодня все живы, здоровы, все работают. Значит, за время нашего перерыва в этих, как говорится, планерках, могу сказать, что аварийная машина не выезжала ни в ночных, ни в выходных, кроме плановых объездов. Значит, на время, после того, как поступило это предупреждение о снеге, ветре и морозу, значит, мы усилили аварийку электриками, чтобы там не получилось 15 раз, пока его найдешь, чтобы что-то замерзло. Значит, все прошло, проходит отлично, держим согласно графика. Жалоб о том, что есть недогревы, к нам не поступают. Хорошо, спасибо. Глорин, пожалуйста. Добрый день всем. Предприятие работает в обычном режиме. На данный момент таких аварийных ситуаций тяжелых нет. Есть маленькие, мы думаем, после растаивания снега будем работать, будем копать, будем устранять аварии по мере возможности. Так, на предприятии все спокойно. Уже ждем, пока растает снег, потому что снег это у нас лишняя вода. Так, все хорошо. Спасибо. Управление образования. Всем добрый день. Я хочу начать с того, что технически все учебные заведения, что дошкольные, что все наши школы, несмотря на погодные условия, порывы ветра, которые были на прошлой неделе, также понижение температур, технически все работают в обычном режиме. Все обеспечены отоплением, водоснабжением и канализацией. Тут у нас проблем нет. Что касается по ковиду, у нас тоже есть, так сказать, изменения в лучшую сторону. По детским садам, да, это большой плюс, ни одного ребенка нету подтверждением в положительном ковида. Есть только два персонала, это два работника из двух детских садов. По школам из 14 800 учащихся у 11 подтвержден положительный ковид и у 5 дидактического персонала. Недидактический персонал отсутствует. Всего лишь классов, которые закрыты на онлайн, 10 классов. Я свое завершил, если есть вопросы, я отвечу. Хорошо, спасибо. Господин Авраменко, пожалуйста. Добрый день всем. Предприятие работает в обычном режиме, согласно заказу услуг. На линию вышло 30 основных плюс 6 пиковых троллейбусов. Ремонт и обслуживание техники проводится в обычном режиме. Постоянно проводится санобработка троллейбусов как в депо в ночное время, так и в дневное время на конечных остановках Северный вокзал и аэропорт. Все работники обеспечены всеми необходимыми средствами защиты. Также в троллейбусах в обязательном порядке находятся дезинфектанты. Те табло, которые нами были установлены на остановках города, первые, значит, успешно прошли тестирование и работают. Но нам необходимо, с учетом того, что будут открываться новые маршруты, нам необходимо еще закупить, как мы посчитали, как минимум 12 таких табло. Мы обратились в примарию с письмом. Я думаю, что в ближайшее время это будет рассмотрено, и мы будем понимать, как нам дальше двигаться.
В отношении новых троллейбусов, значит, система автономного хода проходит тестирование. Троллейбусы завтра у нас выезжают на пробные выезды, будут по маршрутам, как положено, делать со всеми остановками. Ну, опять-таки тестовые. Ну, все в режиме подготовки и по всем требованиям Евробанка и завода-изготовителя. В отношении того, что вы справедливо заметили, что мы становимся пленниками определенных решений. Почему? Потому что в час пик действительно мы не справляемся с перевозками, хотя мы выпускаем на линии достаточно пиковых машин, но, по всей видимости, именно в час пик мы не справляемся полноценно. Почему? Потому что в один и тот же период времени как бы основная масса населения хочет добраться на работу, в школу, и нам это сложно сделать. Тем более мы с вами знаем, что уменьшилось количество частного транспорта, что также повлияло на это. Ну а в отношении контроля над тем, чтобы перевозить 50% вместимости троллейбусов, Николай Николаевич, я даже не знаю, как это правильно сделать. Дело в том, что в час пик троллейбусы переполнены. Кондуктора не могут ни ругаться, ни драться, не имеют возможности. Они еле справляются с выполнением своих должностных инструкций. Также водитель тоже, он должен следить за тем, как управлять троллейбусом, что нужно вовремя сделать, а следить за количеством пассажиров просто нет возможности. Мы, конечно, предприняли определенные шаги. Мы обратились к руководству карабинеров. Они нам обещали помочь, сказали определить основные остановки, на которых необходимо в час пик, чтобы была эта помощь им. Выделены люди для того, чтобы могли контролировать количество людей в троллейбусах. Мы, в свою очередь, готовы, как бы мы сегодня собирались на совещании, определили ряд возможностей, которые мы могли бы еще, конечно, допустить. Это дополнительно выпустить еще пару машин именно в час пик, но я думаю, что пару машин, конечно, большой роли не сыграют. Хотя, если мы пройдем на днях вот это запланированное тестирование троллейбусов новых, мы могли бы в час пик воспользоваться и новыми двумя троллейбусами, которые у нас уже есть. Именно для пика, для того, чтобы разгрузить дополняемость троллейбусов. Вот. И еще у нас есть такое предложение, посмотреть все-таки частные перевозчики. Они использовали гораздо больше транспорта на 25-м маршруте, чем сегодня. Может быть, у них есть запасные машины, может быть, как-то их использовать именно в пиковое время. Опять-таки, это... Вячеслав Иванович, это к вам вопрос, который вы должны были сегодня собирать совещание и обсудить это с перевозчиками. Потому что я поставил задачу Мирону, чтобы мы перекрыли улицу Сорокскую, перекрыли рынок Байдукова, чтобы туда пошел транспорт. Как прошло ваше рабочее совещание? Значит, по тому вопросу, что сказал господин Иванов, 6 единицами техники большой вместимости экономические агенты располагают. Значит, их интересуют отдельные условия, которые они сейчас приготовят. Но 6 единиц, в принципе, есть. По остальным вопросам, как Сорокская, так и платежей за январь месяц, положительного результата это совещание не дало. То есть... Экономические агенты отказываются заезжать на улицу Сорокскую и Байдукова рынок? Да, да, они не имеют. А чем они мотивируют это? Что поданы их нет. Мы предупредили о том, что март месяц приближается, маршрутная карта приближается, и решение конечном итоге будет приниматься руководством Приморьи, кого куда, на какой маршрут и в какой мере пропускать. Об этом они проинформировали. Ну, значит, вот эти вот крупных перевозчиков, у которых
как они говорят, хорошие маршруты, вот они и будут выполнять эти рейсы. Слабые перевозчики, пускай оставляют карты, даже не приходят за ними. Те, кто нарушили обязательства по улице Сорокской, так же самое, пускай больше не приходят ни за какими картами, они занимаются враньем одним, что они поставят машины, машины никто не ставит. Так же самое, я сказал, первый маршрут продлите тогда до Бойдукова или через заезд Сорокской на Бойдукова. Делайте так, удлините маршрут. И тех экономических агентов, которые сегодня полностью подвели, то есть получается вас и всех бельчан, им просто не выдавайте карты и закончим мы с этим делом. А вообще надо прийти к одному, как сказал мой коллега, одним лотом на все маршруты, если кто-то что-то не хочет понимать. Мы, конечно, это будем обсуждать, но я не вижу выхода уже. Они нас загоняют в угол, чтобы мы искали решение вопроса. Хотя они на этом зарабатывают, а мы должны искать решение вопроса. Я ж не лезу в их внутренние дела. Ко мне же приходят водители, что они собирают с них по 6 тысяч лей. Приходят те же, у кого есть бусы, говорят, да, слушайте, мы туда не хотим, там такой директор, а там вот такой директор. Напрямую они все согласны работать, но юридически мы не можем. И напомните им, что есть другой экономический агент, у которого сегодня стоят 12 автобусов, не воспользуешься, которые мы можем привлечь. Собирайте еще раз совещание, у меня не удовлетворяет этот ответ, что вы сказали. Или Мирон сдает позиции свои, или Мирон идет у них на поводу. Хотя я всегда его вроде бы хвалил за его способность убеждать людей. Теперь я вижу, что он утратил свои силы. Или выходные пошли ему не на пользу, или не знаю, что с ним происходит. Собирайте опять совещание, меня туда пригласите. Я хоть на больничном, но все равно приду. Понятна задача? Да. Дальше, Сергей Валерьевич, значит, по улице 31 августа обязательно, в обязательном порядке, чтобы были остановки размещены, это пивзавод, то есть это, чтобы дети могли добираться до школы номер 2 и до первой спортивной школы. Там на углу должна быть остановка, ну как согласно правил дорожного движения, где они должны будут размещаться. И обязательно улица Крылова. Потому что там у нас есть блок пятиэтажных домов, где живут тысячи людей. И я думаю, что это будет для них очень большое поспорье, что там окажется остановка. Понятна эта тема? Понятно, Николай Николаевич. Мы уже определились с этим, но остановки же не мы устанавливаем. Остановки останавливаете не вы, их устанавливает Юрий Николаевич, эти остановки. Но их же надо, эти остановки, согласовать, с полицией согласовать и дать эту схему Юрию Николаевичу. И они дальше будут устанавливать остановки. Совершенно верно. Но просто вам не надо тянуть. Если я уже слышу, что вы хотите выпускать в час пик троллейбусы на автономном ходу, то я понимаю, что остался месяц-два от силы, придут все еще 9 единиц техники. Остановки уже должны будут стоять там. Не так, чтобы устанавливали потом знаки, а потом еще водителей будут наказывать, если там водитель будет останавливаться, и там не будет ни знака остановки, ни павильона. Понятен вопрос? Дальше, насчет ценообработки. Значит, вы утверждаете всегда, что на конечных маршрутах проводится ценообработка, да? Да. Вот это фотография воскресенья. Это ваши троллейбусы. И прошу вас обратить внимание не только на лужу посередине троллейбуса, а обратить внимание, какой он чистый, какие чистые поручни, какие чистые подножки. Особенно, чтобы хорошо было видно, вот посмотрите, в этой части это получается ножка от кресла. Видите? Очень чистая, правда? Хотя, я думаю, туда даже ногами нельзя достать. Это на возвышенности оно располагается. И я ставлю под сомнение ваших подчиненных, которые вам докладывают, что проводится на каждой конечной остановке. Вот чистота транспорта. Хотя я всегда говорил, что троллейбусы у нас чистые, у нас там делается уборка в троллейбусах на конце маршрута.
О каком вы мне говорите санобработке, если здесь поручни даже никто не вытирает? О какой вы мне говорите санобработке? Николай Николаевич. Мне примерно, мне стыдно за тех людей, кто отвечает за салон, и за тот, кто был в тот момент на маршруте. Николай Николаевич, новая мойка не рассчитана на работу ниже плюс 4 градусов. Поэтому, когда были морозные ночи, у нас не было... Сергей Валерьевич, значит, давайте договоримся так. Вот в эти вот рассказы, расскажите, пожалуйста, своим, кто отвечает за мойку, главному инженеру, начальнику по технике безопасности, вот им пойдите расскажите. Пассажирам этого рассказывать не надо. Когда пассажир садится в такой транспорт, вы сейчас хотите что-то мне рассказать, что он сутки не мылся, этот троллейбус? Сегодня есть кучу приспособлений, чтобы создать нормальные условия в боксе, и чтобы можно было убрать данный троллейбус. Вы в автомобильных перевозках, мне кажется, с детства, Сергей Валерьевич. И будучи, когда ваш папа был директором автобусного комбината, я приезжал на комбинат и смотрел, какие чистые автобусы. Четверка, девятка, еще такого желтого цвета они были, помните? Но они всегда были чистые. И там не говорилось никому, что ниже 4 мойка не работает. Создайте такие условия, чтобы она работала. Но такое выпускать на линию, это преступление по отношению к людям, которые вы перевозите. Следующий вопрос. Значит, по транспорту в Елизавету. Надо, чтобы вышли, объяснили жителям поселка Елизаветы, то, что мы хотим поставить транспорт. Мы не против того, чтобы туда шел транспорт. Да, сегодня мы с Вячеславом Ивановичем обсуждали утром, что там будет ходить 2 единицы транспорта, то есть 2 автобуса. Но автобус, он имеет выше базу. Троллейбус низкопольный. Троллейбус технически сегодня не может пойти на Елизавету. Должны объяснить мы примару Елизаветы. Зачем собирать граждан, сход граждан сегодня сделали, подписи. Мы же не против того пустить технику. Но, первое, она туда технически не может дойти, хотя мы рассчитывали, что она дойдет. Но когда приехали эксперты, и когда был пробный объезд на этом транспорте, эксперты выразили свое мнение, что, первое, технически невозможно, и второе, самое главное, безопасность пассажиров. На том подъеме, при левом повороте, этот троллейбус низкопольный может перевернуться при загрузке 80% людей. Понимаете? Вы поняли, когда идет подъем и левый поворот? Да, конечно. Вот это надо объяснять людям. Не то, что мы не хотим. Да, мы туда добавим автобус еще один. Но... Да, мы планировали троллейбус, и я хотел, чтобы был туда троллейбус, но если технически невозможно, я же не буду сегодня брать на себя ответственность и рисковать жизнью людей, которые живут в Елизавете. Это надо все объяснять, рассказывать, Сергей Валерьевич. Хорошо, спасибо. Госпожа Новикова, пожалуйста. Добрый день. Предприятие работает... В плановом режиме выполняются работы и корректируются их в соответствии с погодными условиями. За прошедший период предприятиям были предприняты все возможные действия для того, чтобы в связи с погодой обеспечить нормальную жизнедеятельность тех объектов, которые обслуживают предприятия. Мы занимались расчисткой пешеходных зон, переходов, пешеходных бульваров, скверов, парков. Также в центральной площади. Производилась при необходимости посыпка пескосолярной смесью в некоторых местах технической солью. Значит, на сегодняшний день центральная часть площадь очищена полностью, вывезены все
огромные объемы снега, которые были скодированы. Сегодня ведутся работы и вывозятся остановки общественного транспорта. Хочу сказать, что ежедневные обстановки общественного транспорта держались под особым контролем. График был организован в две смены. Предприятие сделало все возможное, чтобы выполнить те обязательства, которые были перед нами поставлены. Ведутся работы по омоложению и обрезке деревьев автовышками. Также ведутся работы озеленителями с лестниц. Формовочная кроновая обрезка вдоль магистральных улиц. Значит, что касается обращения жителей по поводу спортивной площадки в Центральном парке, по поводу подсыпки, значит, хочу сказать о том, что при подготовке зон отдыха к летнему сезону предприятием были выполнены работы по ремонту всех детских спортивных площадок, произведена окраска. Также самое, значит, было на тех площадках, где присутствует песок, значит, было оснащено песком, и на тех площадках, где они оборудованы гайкой, поверхность, значит, была завезена гайка. Каждый сезон в течение летнего периода производятся ремонтные работы при необходимости. На данный момент считаю нецелесообразным производить засыпку гайки площадок, потому что погодные условия, считаю, не те. Могу гарантировать о том, что в весенний период, когда мы будем готовить, все это будет выполнено, все будет отремонтировано, окрашено, и также площадки, все поверхности будут выполнены. 8 февраля 2020 года на воркауте опять произошел момент, вандализма, я не знаю, как неправильного использования площадки. Было вырвано, спортивное кольцо, оно было украдено. Мы обнаружили это после выходных утром при обследовании работниками и, безусловно, обратились в комиссариат полиции с просьбой разобраться в данной ситуации, найти виновных и по возможности предотвратить случай. К огромному сожалению, знаете о том, что площадка была приобретена за финансовые средства Ивана Георгиевича, это большая сумма денег, около полумиллиона лей, и сделано покрытие, но используют ее как-то по-варварски, мне кажется, и каждую неделю что-то обязательно обламывают, откручивают болты, раскручивают эти конструкции. Когда находим где-то это валяющееся, как в данном случае, обошли весь парк, мы, к сожалению, не нашли. Сейчас придется связываться с фирмой и каким-то образом восстанавливать эту площадку. В принципе, когда производились работы, значит, у нас на сегодняшний день 10 единиц техники, это которые производят расчистку, обеспеченные снеготвалами и щетками, 2 единицы техники у нас для разводки песко-соляной смеси. Еще одна единица у нас добавила, 10-я, которая была приобретена для выкорчевки пней с навесным оборудованием. И в период, готовясь к этой ситуации, мы понимали, что в такие погодные условия мы не сможем производить выкорчевку. Мы приобрели лопату, которая... Этот трактор работал на центральной площади, показал себя с очень хорошо, с хорошей стороны для этой цели. И выполнили, мне кажется, работу свою нормально. В принципе, мы не знаем, наверное, все. Я понял, Светлана Викторовна. Значит, Ренат, когда объезжал город, большой трактор чистил тротуар по плитке. Он запретил это делать, он сам... Николай Николаевич, очень большой трактор. На сегодняшний день ведется сбор огромных куч снега, и для того, чтобы более рационально использовать ситуацию, мы обсудили с Вячеславом Ивановичем. Мы заказали 2 огромных КАМАЗа для того, чтобы это одним разом быстрее вывезти, большой погрузчик.
Это ситуация возле улицы Дешпал, у ДК, у Дворца культуры, Центр культуры и искусства. Там было складировано таким образом, что невозможно было его забрать оттуда, чтобы погрузчик к нему не подъехал к этим кочам. Причем было строго наказано о том, чтобы КАМАЗы ни в коем случае не заезжали на плитку. Поэтому он заехал туда только для того, чтобы собрать эти кучи и подвести к КАМАЗам, чтобы их загрузить. А по пешеходным зонам ездят только наши трактора 320. Маленькие эти с щетками, да? Маленькие трактора с щетками. Вот щетками они, с снегопадами. Да, вот они и должны ездить. Это первый вопрос. То, что предприятие работает, и я в этом сам убедился, когда ездил, также делал объезды. Но скажите, пожалуйста, почему впервые за все время, начиная с 2015 года, вы, которые работаете много лет на данном предприятии, допустили такую ошибку, что вы оставили кучи снега на площади, что они начали таять, вода начала людям, люди не могли некомфортно себя чувствовали, не могли пройти вдоль фонтана к аллее классиков. Люди не могли пройти вдоль паспортного стола, потому что эти огромные тают, начали кучи снега. Почему вы его не вывезли? Зачем вы их мне складировали и показали, что мы работаем или что? Вы видите сразу... Когда первый раз, в мы начали с площади вывозить снег, нас остановили и сказали не вывозить. Потом через полчаса позвонили и сказали вывозить. Мы вывезли площадь. На следующий день мы выяснили, вывозить, не вывозить. Нам сказали не вывозить. Почему? Потому что мы не знаем почему. Я руководитель исполняю то, что мне... Давайте я отвечу на этот вопрос. Мы ожидали второй волны снегопада, и до того, как стало понятно, что снега будет или не будет, чтобы не делать одну и ту же работу дважды, оставили эти кучи. Как только через буквально несколько часов, пару часов, стало понятно, что прогноз меняется и в лучшую сторону, мы дали команду на вывоз снега. Это обосновывается двумя факторами. Первый – климатический, второй – финансовый. Ох, Вячеслав Иванович, отвечаете как чиновник. Вы видели те, вот что они складировали? Больше универмага те были, когда он этот начал таять снег, вот там озера появились. О чем вы говорите, а? Поэтому КАМАЗы... Я не знаю, с кем вы согласовывали этот момент, но, Новиков, вы в этом виноваты, и вам за это будет отвечать. Я не виновата в этом. Мне запретили вывозить руководство. Значит, напишите мне, кто вам запретил в письменной форме. Следующий вопрос. По закупке вы узнали на этот трактор маленький, чтобы закупить отвал, и какая стоимость его? И в Молдавии оно есть? Нет, его нету. Это заказ. Значит, пожалуйста, давайте через админсовет, нет, выносите на муниципальный совет, но это надо приобрести, оно должно быть у нас не в этом году, так на следующий. Да, ваш административный совет, этот вопрос решен, у нас протокол админсовета есть, оборудование заказано, и за финансовые средства предприятия это оборудование будет приобретено. Все хорошо, спасибо. ЖКХ, пожалуйста. Добрый день. Предприятие работает в штатном режиме. По техническому состоянию ремонта сетей ведут ежедневный обход подвальных помещений, дворовых колодцев. Заявки по дворовым колодцам передаются своевременно в Боринг Инжиниринг. За прошедшую неделю
потребителей в диспетчерскую службу было принято 143 заявки, из которых центральное отопление 46, холодное водоснабжение 43, 54 обращения канализации. С 12 по 13, то есть это с пятницы на субботу, у нас было 9 стояков замерзли, значит, заявки были устранены и выполнены в срочном порядке. С четверга на пятницу в час ночи вышло 3 техники на сбор снега по дворовым территориям, и в 5 утра вышли уборщики территории 71 человек, которые ведут работы ежедневно по посыпке песка, соля, подметание свежевыпавшего снега, очистка урн, уборка лестничных клеток, а также уборка и вывоз мусора с территории. Что касается строительной службы, ведутся работы по обшивке входных козырьков Александра Чулбу 24, Болгарская 172А и Штефан Чулмани 18. Ведутся работы по ремонту общей кухни на третьем этаже по улице Тодор Владимиревску 33. Были выполнены работы по чистке желобов Еменеску 7, Штефан Чулмари 8. Еменеску 8, Штефан Чулмари 7. А также ремонт скамеек, установка брусков и замена Михайлитязу 67, Еменеску 10. Было установлено 4 чистилки по Сучаве 20, был вывезен мусор и уборка мусора с Индепенденции 92 и Конева 30 технических этажей. Также ведутся работы по техническому осмотру вентиляционных каналов. При выявлении нерабочих производится прочистка. Все работы ведутся согласно графика. Ежедневно проводятся проверки на предмет соблюдения санитарных норм на участках по мастерским, обеспечены средствами индивидуальной защиты все работники. Все работы ведутся в рабочем порядке. Татьяна Ивановна, кто исполнял обязанности, пока вы прошлую неделю были все были в больнице, лежали? Кто исполнял обязанности ваши? Значит, я вас прошу, проведите служебное расследование. Почему впервые дворовая территория, когда шел снег, не убиралась? Конкретно улица Гречка, улица Колесова, улица Бориса Головина, улица Сучава, улица Стрийская и весь БАМ. То есть техника, может, выходила куда-то, я не спорю. Но вот Хмарного работу я видел лично. Ну что наблюдал с палаты, как выезжала техника и вы считал. Понимаете? Почему дворовая территория была не убрана, а просто посыпана от руки, как будто вы пшеницу сеяли? Нет, дело в том, что техника проехала. Этого больше посыпали песком. Что касается техники, где вы снега, где вы говорите Колесова, Карабан и Бориса Главана, дело в том, что там есть холм посадки, где ветром сносит снега быстрее. Татьяна Ивановна, кто это вам говорит? Кто это вам говорит? Я еще раз говорю, впервые за эту зиму внутриквартальная территория не была убрана техникой. То, что мастера участков и дворники выходили и посыпали песок с руки вот так с ведра, это я тоже наблюдал. И фото, и видео у меня есть. А еще раз говорю, между дворами, между подъездами не было убрано снег, ничего не было убрано. Если дороги убраны были, тротуары были убраны, внутри кварталка убрано не было. И это я вам конкретно говорю, четверг, пятница, суббота. И улицы я вам также назвал. Вам они сейчас рассказывают, что снег... Откуда снег зашел? Откуда на Стрийской снег зашел? Скажите мне. На Стрийской, вот где бульвар Лариса, где, откуда там? Там никто ничего не убирал. Где пятиэтажки? Где убирала там техника? Покажите мне хоть один путевой лист, что она туда выехала. Ну кто вам это сказал? Вы берете, как доверчивый человек, понимаете? Вы лежите в больнице, я вам звоню в 6 утра, что не убрано, а ваши заместители говорят, что убрано. Хорошо, не только с ними, с мастерами тоже, и теми, кто был водителями техники. Сколько, вы говорите, единиц техники вышло?
3. Вячеслав Иванович, когда будете проверять отчеты, дайте, пожалуйста, команду своим, пускай они проверят, куда они ездили, эта техника. На какие улицы и где они были. Это знаете, как в 2017 году мне говорят, убирают бульвар Лариса. Я выезжаю на бульвар Лариса, а они убирают не бульвар Лариса, то есть ваши подчиненные, тогда я еще Татьяну Борисовну с собой в машину взял. А мы приезжаем, он убирает ресторан частнику, понимаете? А нам говорит, что бульвар Лариса. Поэтому еще раз говорю, Татьяна Ивановна, вы доверчивый человек. Обязательно посмотрите, подберите себе, когда вы исполняете, вместо себя оставляете кого-то, чтобы вы могли проконтролировать и доверять этому руководителю. А если на слова говорят, что убирали, я вам говорю, что не убирали. Спасибо. Юрий Николаевич, пожалуйста. Добрый день всем. Значит, продолжаем борьбу со снегом. Кроме этого, начали сегодняшнего дня, организовывали вывоз снега по улице Дичибал, Штефан Чермари и Николай Юрга. Значит, со своей техникой убираем то, что собрано возле прибордюрки, это весь снег, убираем, потому что улица получилась по 20 метров с обеих сторон сужилась, и это проблема аварийно опасного участка. Поэтому убираем снег. Продолжаем чистку линевых приемных колодцев, смотрим для того, чтобы все работало, чтобы не затапливало город. С завтрашнего дня начинаем холодным асфальтом ремонт улицы Первомайской, Киевской, Николаева. Значит, кроме этого, получили сегодня письмо от троллейбусного управления. Завтра совместно с работниками троллейбусного управления включаемся в том, чтобы определить места, где возможно будет новые остановки общественного транспорта, и потом посмотрим, или мы, или троллейбусы будут согласовывать с работниками ГАИ ширину, длину остановки, потому что я, честно говоря, понимаю, что троллейбус это много длиннее, нужна длинная, должно быть, я думаю, что представители сразу бы лучше в ГАИ, чтобы они вместе с нами просмотрели этот участок и приняли решение. Кроме этого, значит, 120 тонн осталось песочно-солевого смеси. И имеем на сегодняшний день в запасе 13 тонн соли. И на завтра намечено еще 20 положить на склад, чтобы она была, потому что на четверг обещают опять большие снега, и не будем надеяться на лучшее. То есть нам еще неделя борьбы. И потом, по прогнозам, видно, что уже идет тепло, ну, кроме бабы Евдокии, которая потрясет обязательно в конце, в начале марта или середине. Юрий Николаевич, значит, обязательно завтра по холодному асфальту, те, что улицы вы сказали, это очень хорошо. Я бы хотел, чтобы вы сотрудничали с троллейбусным управлением. Потому что когда мы были на обкатке троллейбуса, сотрудники троллейбусного управления мне высказали претензию о том, что вы игнорируете их просьбы и как бы слабо отзываетесь на сотрудничество. Объясняю, в чем причина. Значит, круг на мясокомбинате. Яма, которая образовалась, как со слов сотрудников троллейбусного управления, месяц назад. И постоянно троллейбус по ходу движения заходит в эту яму. Обязательно там обратите внимание. Так же самое на центральной остановке, где идет заезд на центральную остановку со стороны, когда вы едете в лицей имени Неску. Там обратите. Я прошу просто вас, чтобы вы сотрудничали со всеми муниципальными предприятиями. Сегодня они нуждаются в вас, так как троллейбусы есть у нас новые, а есть у нас и, как понимаете, что им по 30 лет тем троллейбусам. И для них нужна сегодня оптимально ровная дорога. А у нас получается, что яма, и вы еще не реагируете на звонок господина Калюжного. И это, конечно, мне очень обидно за вас. Значит, второе. Я бы хотел, чтобы вы обязательно объявили благодарность своему личному составу, кто участвовал в уборке снега в ночное время. Ребята справились просто на отлично. И так получалось, что я
не спал в палате, а смотрел только в окно на ваше предприятие. Поэтому то видео, которое мне высылали, когда шли по две, по три машины, обязательно объявите благодарность и поощрите людей. И те, кто работали в диспетчерской службе, те, кто выходил, смотрел, и те, кто выпускал технику. Справились на отлично. Молодцы, как бы я только вами сегодня горжусь. Следующий момент. Скажите, что происходит на улице Пархоменко? Это там, где вчера нашли снаряд боевой при работе по каналу. Вячеслав Иванович, запишите улицу Пархоменко, пускай Юрий Николаевич туда выдвигается с мастером или с главным инженером, определят объем работы, там надо сегодня сделать и градирование, и посмотреть, что можно сделать, потому что там очень серьезная ситуация. Понятно, да, вопрос? Понятно, не как потому что разминировать, хорошо. Нет, насчет того, что разминировать, они, наверное, уже разминировали. От Юрия Николаевича, молодец. Вчера был день афганца, день вывода войск, я всех поздравляю, ребят ваши. Спасибо. Вы хоть кружку водки налили, ребят? Николай Николаевич, вы знаете, к сожалению, несмотря на коронавирус, было очень много людей, и я не видел те ограничения, которые нам жестко с вами поставили, что 50 человек, нельзя ни 100 грамм, ни кусок брынзы съесть. Ну ладно, бог с ними. Они так хотели, мы так и выполнили с вами то задание, которое нам поставили. По поводу 8 квартала остановка, сразу ваш звонок через 30 минут было сделано. Я не знаю, я думаю, что директор предприятия, я прошу его, чтобы он посмотрел. Я не думаю, нет у нас такого отношения к троллейбусному управлению, тем более не с нами, с соседями. Я не знаю, откуда такая информация, но это неправильно. Я никогда никому не отказывал и стараюсь... Надеемся, что это прошло уже и все у нас будет хорошо. Я уверен в этом, что так нужно быть. Прошу, обязательно обратите внимание завтра на... тот ямочный ремонт, который вам предстоит. Да, я буду с ними вместе рядом смотреть. Да, все, спасибо. Вячеслав Иванович, пожалуйста. Я хотел бы позволить себе такую вещь. Подвести итог и определиться с тем экспериментом, который мы провели. Исходя из всех сигналов и даже шуток, со стороны силовых структур, которые интересовались, сколько новой техники мы сумели приобрести, что так успешно справились с поставленной задачей, то считаю необходимо принять такое решение. Тот эксперимент, который мы провели и выпустили технику ДРСУ до начала снегопада, то есть мы видели, что он вот-вот пойдет, и техника пошла до начала снегопада. И то, что БИУ выпустила технику в самом начале снегопада, и по каждому тротуару прошло не один раз, как мы предыдущие годы делали, а это нужно взять за основу, и чтобы доминирующим фактором являлось что? Механизированная своевременная уборка. И только после этого ручная доработка. Татьяна Ивановна, то же самое касается и ЖКХ. И тогда та проблема, о которой говорил Николай Николаевич, она разрешится автоматически. Для этого на каждом из этих предприятий есть достаточно техники. Достаточно техники. Нужен здесь только менеджмент с трудовыми кадрами. То есть механизаторы ищите немножечко им замену. Ищите второй состав, чтобы можно было эксплуатировать технику без того, чтобы отправлять спать водителя, а трактор отдыхает. Водитель спит, а трактор продолжает работать. Первый аспект. Второй аспект. Сейчас нас ждут по прогнозу ожидаем и снегопад, и мороз. Значит, это все в одну ночь не придет. То есть вначале будет снегопад, потом усиление мороза.
К этому, именно к этому аспекту нужно приготовиться, чтобы техника вышла на расчистку, чтобы она была подготовленная, чтобы было достаточно запаса по материалам, и после этого снижение мороза, снижение температуры. Это тоже может сказаться на технике. И то, что касается ЖКХ, вот эти 9 замороженных стояков, это только то, что размораживали сами, а те, которые отошли, через какое-то время растаяли тоже самостоятельно, и, то есть их было намного больше. К этому тоже нужно готовиться. В тех местах, где есть сквозняк подвала, перед этими морозами, те дырки все нужно позакрывать, слуховые окна все позакрывать. Уменьшим потом себе объем аварийных работ. У меня все. Все, спасибо. Вопросы, пожалуйста, есть у директоров? Николайка, позволите мне, работника своего коллектива. Хочу сказать, что та ситуация, про которую вы говорили по поводу решения комиссии чрезвычайной ситуации и по ситуации наших коллег троллейбусного управления, очень огромное возмущение людей в плане того, как такое может быть, если 50% вот этого выгрузки, то есть дети утром едут в школу, и кондуктор говорит о том, что нет, мы тебя не можем взять в троллейбус, потому что заполняемость. Мы очень надеемся о том, что беседа Игната Георгиевича даст какой-то результат, и все-таки там как-то это решение. Мы надеемся на то, что беседа Ринат Георгиевича, то, что он озвучил, я надеюсь, что исполняющий обязанности премьер-министра прислушается и решением комиссии будет в обратную сторону. То, что уже мы в начале совещания говорили об этом, и вы сами понимаете, что это бред какой-то. Если нет вопросов, всем спасибо. Идемте работать. Благо гречане.